Радио Energy Саратов наградило победительницу проекта Energy Supergirl. Напомню, что в акции принимали участие выпускницы саратовских школ, а в финал вышли те, кто справился лучше остальных с заданиями отборочных туров. Девушкам нужно было за определенное время подобрать одежду, обувь, украшения и создать свой уникальный образ к школьному балу. Рекордное количество голосов, более 4000, набрала выпускница лицея номер 15 заводского района Юлия Шорикова. В качестве главного приза спонсоры проекта вручили ей сертификаты на покупку аксессуаров и бижутерии, платья, создание макияжа и прически, а также модную фотосессию. Юлия уже выбрала для себя романтический образ, в котором она предстанет на выпускном балу в своей родной школе. Хочу, наверное, быть больше нежной, женственной, такой волшебной, ну, выпускной принцессой. Спасибо большое моим близким, родным, одноклассникам, знакомым, друзьям, которые меня поддерживали, голосовали, искренне переживали за меня.